Sono Luca, leggiamo la granizia, poi ci sono qua. Guardare o scannerci i stessi. Ma noi, i picchietti, tutti noi ci stessi. Sai, sai, le proprio ci stessi, ma stai qua. Voi se la vorremmo, ci vuole sapere o... Ah, vai, c'è. No, da questo è meno di fare. Я не пытаюсь решать, потому как вы то, что вы делали, да, чтобы я делал, да. Цель, например, поставить, чтобы озеро стало чище. Может, чисто озеро тут только очень далеко. Чтобы озеро стало чище, да? Это одна цель. Вторая цель, это чтобы ну, был доступ и зона отдыха. Это же тоже немножко другая цель. Но как бы, их очень здорово, да, их очень четко вычленять, да, очень конкретизировать. Да, и целая там технология называется смарт, да. Что цель должна быть? Да, каждая из этих, они были очень четко. Просто вот то, что я сейчас услышал, да, мне кажется, вы слишком много целей в одну сместили, и поэтому вам сложно оценить достижения. А мы не достигли ничего. А они что делали? Они сказали, что мы убрали. Вот видите, устойчивость, да, вопрос? Да. Но как бы, мне кажется, что да, в этой ситуации надо не какая-то цель, чтобы именно, ну как бы, это же тоже можно кирпичик, потихонечку, сначала, чтобы лавочка поставили, да. Потом, чтобы что-то озеленили, да? А потом, чем больше станет людей туда ходить, тем больше они начнут это ценить, наверное, да? И чем больше людей начнет понимать, что там очень удобно, и очень комфортно, просто классно, да? Тем больше начнет, знаете, такой, ну, это не трава, просто, этим, да? Или можно себе не взять, да? Но тут же есть, да? А потом, а вообще правильно ли это, что озеро находится в собственности? Потому что это неправильно, это вообще законное мнение, да? Если это законно, тогда надо что-то другое. Если это незаконно, то отмените решение, да? И, ну, понимаете, да, чем я? Поэтому я думаю, что там есть как изменить это, да? Просто как-то подойти поглубже, да, и понять, ну, как бы специфицировать, да, очистить цели, да? Потому что сразу все хочется, не прямо внутри прям хочется, чтобы все было хорошо, да? Ну, так сложно. А может быть пару слов по поводу сегодняшнего мероприятия? К сожалению, нет, что мне нужно выбирать. Ну ладно, хорошо.